Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1388. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. За 4 октября 2019 года. Обращение. Тормозите курсором, и дальше будете считать. Вот пишет Сергей. Любвизм там процветает. Вот это боязнь людей. Перед ними говорят, у тебя, кого знаю, выступают священники, все погружены в этот любвизм. Вот в общем говорит где-то, а конкретно с душами, чтобы вот человек, ведь сидят перед ним весь зал, все без подков, даже простое, ни слова не скажет. Вот это удивительно. Я знал лично, близко, очень близко Дмитрия Дудко, Александра Мени, Саглеба Якунина. Я говорю о священниках, которые, чтобы конкретно заниматься каждым человеком, я ни одного не знаю. Они этого не знают. Ну, в общем, кто обратится, что-то сказать там, поехать, уехать и прочее. Только всего пойти крестным ходом, бывает, жениться. А чтобы духовно, просто не знаю. Может, у меня база данных мала. Но судя по тому, что как есть, вот священник заливается соловьем и говорит, хорошо, все. И вдруг оператор повернул немного, и видно, торговля идет не на одну точку, очередь там, туда-сюда ходят. Вот и все. Они людей-то не показывают. И видно, одетые как попало, женщины в брюках. Это ему никакой разницы нет. Он заливается, своими знаниями упивается. И они, вот которых я знаю, священников, все одинаковые. Фамилии даже не буду называть, чтобы обиды не было. Друг другу пересвистывают, что скажешь. Любвизм. Ой, я там была у батюшки, ой, там такая благодать, там прям ведрами черпает благодать. А сама какая была, посты не соблюдала, жила невенчанная, мало того, при живом муже. Все, говорит, на вторую букву алфавита у женщин-то. И все нормально. Главное, сходи, чаще исповедуйся, чаще причащайся, то есть увеличивай грех. Я самые простые дела вот пишу. Отвечает, будет сделано. И вот что мы делали, события дня. Мы полдня ровно с Володей провели на огородчике, выкопали всю морковку, капусту срубили, 3 мешка набили, 3,5 мешка, там по 3 ведра моркови и свеклы, там совсем немного было. После этого Володя пошел помогать матушке Людмиле. Я своими делами занялся, дрова возить, складывать, убирать с улицы. Этот день прошел. События дня. Какие события показывают, которые нас никак не касаются. Меня вот это касается. Тоже я поехал Усиновым, сказал, что от капусты, от морковки ботва осталась. Они вечером уже приехали. Приехали, все забрали.
Мы поделились тем, что у нас есть излишки. Да сохранит Господь и помилует всех благодатью Своею. Вот на этом все. На ночь посадили кошек. Володя там зашил, покуда они выскочили. Две на лабазе, где продукты. Там они все равно, если есть мышь, они ее выкурят оттуда. Поймают или как.